На данной фотографии мы можем увидеть рецессию десны в области 31 зуба. Также видна ранка, это уже после операции лазером иссекали уздечку. И как раз таки эта рецессия образовалась из-за высокого прикрепления уздечки. Аналогичная ситуация иногда и встречается на верхней челюсти. Помимо рецессии там бывает диастема, то есть промежуток между центральными резцами. Следующий этап, когда десна заживет, рецессию мы будем закрывать с помощью пластики.